И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в XCOM 2, Долгая война 2, продолжаем проходить. Миссия висела 7 дней, 10 часов, поэтому собираю народ. Закупил новую броньку, и деньги закончились. Материалы все закончились. Хватило на 6 комплектов брони, в смысле на 5. Одну броньку давали с самого начала при исследовании, и 5 единиц брони я закупил. Ну, такая неплохая вещь, так, персональный боевой модуль, снайперу, что можно надеть, не знаю. Ну, в общем, приодел народ, приодел, да, персональные боевые модули, что тебе? Защита единичка. Может быть, тебе уклонение еще, хотя, наверное, давайте боевой азарт. Ты же у нас будешь сидеть в этом, как сказать, рядом со своими постоянно будешь бойцами, поэтому в куче, так что должно быть хорошо. Ну вот этим ребятам, наверное, так, персональные боевые модули этим новичкам еще не влазят, звания не хватает. Ну, в общем, как-то так, да, тут боевые модули стоят. Поехали, поехали. Все приодетые, все красивые. Погнали. Погнали. 7 дней надо помотать. Мы будем проникать на... делать проникновение на миссию силой Адвента 1, поэтому я думаю, что будет как-то все хорошо. В отличие от предыдущей миссии. Так. А вот пси. Псионик Weapons. Псионическое оружие теперь у нас доступно, смотри. Так, вскрытие крисолида, вскрытие мутона. А, у меня денег нету на то, чтобы теперь... Да-да-да, материалов нету у меня на вот это все. Ну давай, пока... Пока суть до дела... Надо бы как-то нам налечь на то, чтобы трупов побольше повытаскивать. Так, зона испытаний. Прекрасно. Требуется инженер. Инженера нету. Выберите исследование. Ну, протокол синий экран. Черепной бур мне вот надо еще бы. Хорошая вещь на самом деле. Очень хорошая. И вот защитный жилет тоже неплохая такая штучка. Усиленные бронеплиты, опять же, тоже хорошая вещь, да? А взамен нашей вот этой вот беспонтовых бронеплит. Сканеры боя. Прицелы. Блин. Все хочется. Ну ладно, это дело мы построили. Зона испытаний готова. Мастерская. Наверное, зону испытаний все-таки здесь надо было где-то построить, да? Ну, здесь расчистка пока идет. Расчистим, потом вот этой, этим отсеком займемся. И уже инженеры у нас освободятся. Надо бы построить нам... Надо бы построить пси-лабораторию, на которой надо 150 материалов. Ну, в общем, дело такое. Давай смотреть. Показать цель. 5 дней. Диверсия. Привлеките внимание Адвента. Что-то не хочется привлекать внимание Адвента. Какое-то псионическое оружие. Новый проект в зоне испытаний. Пси-инфасет гранат. Что-то какие-то гранаты. В общем, наши исследования псионики. Бла-бла-бла. Логический следующий шаг. В общем, эксперименты с методом инфусинг, я не знаю, что такое. Короче, гранаты с псионической энергией какие-то. Вскрытие крисолида. Давай.
Потихонечку исследуем. Так, Малышкин восстанавливается, это хорошо. Дополнительное здоровье у бойцов, блин. Да и так куда больше-то оно. Хитиновые бронеплиты. По-моему, вот это самое крутое, да? Хитиновые бронеплиты. Патроны флешета. Изучение инопланетного террориста, известного как Рисалит. По-моему, вот это самые крутые, вроде как из крисалидов, да? Бронеплиты. А крисалидов мы никаким образом не можем к себе на базу притащить, кроме использования вот этой штуки, которая там у нас... Которая у нас там была, да? Начать операцию. В общем, эвакуировать трупы. Два заряда есть. Вот с помощью этой фиговины можно будет трупы крисалидов забирать каким-то образом, там попытаться. А, плюсом сделал ионные топорики, улучшил. Ну вот когда собирал народ, сделал ионные топорики. Посмотрим, как это все будет у нас. Конечно же, их в любом случае надо было делать, но... Посильнее сейчас должны по голове стучать. Ну и плюсом в этих топорах стоит модуль на игнорирование 3 единиц брони. Где-то мы на каком-то задании получили модуль. То ли улучшенное, то ли передовое вибролезвие, как-то так называется. Вот, здесь попроще, смотри, 8 врагов. Это хорошо. Это уже хорошо. Так, у нас 8 ходов до эвакуации. Мне там ребята всякое писали, что неправильно я прошлую миссию проходил, допускал ошибки. Ну, частично я согласен с их замечаниями, что ошибки были, но, допустим, некоторые моменты... Но некоторые моменты нет. Так. Опять дрон. Так, ну дрона, в принципе, мы сможем, да? Чпокнуть. Так, у нас же взломщик с нами есть. А, где он у нас? Вот он. Так, ты, значит, идешь куда? Поезд здесь. Может быть, мы тогда пройдем вот за этим зданием. Может быть, крыша у нас здесь плоская. Так что, может быть, мы и на крышу как-нибудь организуемся, да? Поэтому... Пошли потихонечку. Так, ты сюда. Ты сюда. Опа, а отсюда не видит. Фантастика. Так, ты сюда. Проходим, что ли, потихонечку. Надо сделать так, чтобы нас не спалили. Поэтому здесь продолжаем сидеть. Здесь продолжаем сидеть. Здесь подтягиваемся. Все-таки сюда прется, да? Получится, не получится его хлопнуть. И пробежать по-быстрому. Пока он без сознанки, да, у нас? Отлично. Вырубили. Так, теперь ниндзя бежит и по-быстрому смотрит, что там происходит. Еще вот эту бы штуку взломать. Пошли посмотрим, есть ли там кто-то. Есть ли тут кто-то? Есть ли тут кто-то? О, блин, сыково.
Но пробегать надо, да? Пробегать надо. Давай, вот сюда вот встань, загляни внутрь, что там происходит. Никого? Вроде никого, поэтому все дружно, ребята, ломимся. А мы не успеем, наверное, пройти, пока... Или успеем? Блин. Похоже, не успеваем, да? Давай, давай, давай. Побыстрее надо. Сейчас дрон уже чухается. Надо по-резкому проходить. По-резкому проходить. Хм. Так, пошли здесь глянем. Чисто. Надо теперь от дрона как-то увернуться. От дрона надо как-то увернуться. Так, проходим. Блин. Похоже, сейчас нас спалят, да? Некрасиво. Некрасиво. Дрон сейчас вот очухается, прямо сейчас. Так, ты сюда. Но у этих ребят, наверное, все-таки не получится, да? Okay. Так, ты сюда. Пошли попробуем здесь. Вышку вырубить, чтобы она не палила. Небольшой объем разведданных. Не помешает. Так. Вышку выключили. Угу. И теперь мы можем как-то попрятаться. Пошли. 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 Так. Дрон очухался. Лети. Лети отсюда. Туда вон. К этим. К врагам. Но не то, чтобы мне так хотелось. Он заблокирует нашего сейчас. А тут сколько ходов еще будет? Еще два хода, да? Но он... Блин, я еще патроны-то бронебойные никому не выдал. Вот в чем проблема. Кроме снайпера у нас. Ни у кого бронебойных патронов нет. Отстойно. Так, давай, ты, наверное, тогда на крышу. Выглядывай, смотри там, что происходит. Так, отлично, здесь видим. Еще бы снайпера куда-нибудь на крышу засадить. Ну, давай, ты сюда. Ты сюда. Так, эти ребята могут уже проходить, получается. Так, ты сюда. За мусоркой полное укрытие, прикольно, да? Так, ты сюда, погнали. Хакера бы нашего провести как-нибудь. Ну, блин, ну, сиди пока. Так, эти отваливают. И сюда по-любому придется забегать внутрь. Похоже. Так, этот улетает. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Так, что там наш хакер? Блин, ну вот на одну единичку всего лишь, а? Так, продолжай сидеть. Снайпер. Снайпера бы, наверное, тогда не на крышу посадить, потому что с крыши-то он много-то не увидит. Вернее, увидит, но он увидит вообще всю карту здесь. Это не очень классно, поэтому снайпера бы, наверное, лучше куда-нибудь вот сюда посадить. Вот сюда. Чтобы он вот этот весь сектор простреливал. Потому что если они будут здесь где-то бегать, то вот с этой позиции он никого не увидит. Хотя хотелось бы на верхотуре посидеть, да? Пошли. Будем здесь тогда как-то кучковаться. Будем как-то здесь кучковаться. Ты сюда проходишь?
Ниндзя. Окей. Давай так. Еще дрон. Ну-ка. И вот здесь вот палево какое-то, да? Не хочется пока. Пока не хочется мне палиться. Да-да-да, вот про это и говорил, что... Как-то к крыше подходить и сидеть там. Так, дрон улетает. Прекрасно, все, у нас освободился наш взломщик. Хакер наш, специалист. И поэтому мы можем теперь проходить. Погнали. А то бросили тебя тут. Одного несчастного. Пошли. Надо будет его дождаться. Так, снайпер, да? Снайпер у нас будет сидеть где-нибудь, наверное, вот здесь. Будет сидеть и с приклада постреливать. Так, все. Ты здесь готов. Да? Сиди. Эти ребята потихонечку выдвигаются. Так, ты сидишь. Так, ждем нашего взломщика. Ну, эти здесь патрулируют, да? Пошел вон, а? Так, чешем. И чешем мы сюда, сюда, куда? Куда лучше то? Ну давай сюда, один ход все-таки пропустим. Так, есть. Продолжаем сидеть. Так, отлично. И этот к нам прется, а? Ну мы его сейчас потушим. Без проблем. А, уже все, поздняк метаться. Поздняк метаться. Неплохо. Неплохо копейщика вырубили. Так, здесь боеготовность, да? Работаем. Вперед. Протокол блокировки пошел сразу же. Пятьдесят девять. Нет, не хочу. Взламываем. Так, с дроном разобрались. С дроном разобрались, прекрасно. Снайпер. А, только в этого можешь стрелять, что ли? Ну в самом-то деле. А, такая себе позиция оказалась. Ну давай, огонь все равно надо. Готов. Есть. Теперь надо разбираться вот с этими ребятами. С этими ребятами. Как мы с вами будем разбираться? Можно в целом куда-нибудь вот сюда выбежать. Вот сюда, да? Кинуть ему в лицо топор и побежать резать вот этого. Вариант, да? А потом можем как-нибудь... Потом как-нибудь можем... Или может быть командира побежать резать. Или вот так вот, да, даже, смотри, можно... Оббежать и резануть его. 9.14 урона.
так-то неплохо. А если кинуть, ну 9 урона он все равно не нанесет, правильно? 6 врагов, из которых один дрон, 5 остается, то есть еще трое где-то гуляют. Давай попробуем, наверное, вот так сделаем все-таки. Здорово, пацаны. Так, давай теперь постреляем немножко. Так, там на боеготовности стоит вон тот друган. И это не очень хорошо на самом деле. 42, да? А здесь 43. Ну давай, два раза постреляем. Ну, отлично. Отлично. А повторишь, нет? Вот и всем боевой азарт. А в тех миссиях мы в 95% мазали, да? Восемь. Да мы его убиваем. Пошли. Правда, стоим на открытом месте, но... Но кому сейчас легко? Так, я забыл совершенно... Забыл совершенно про эвакуацию. Так, есть. Продвигаемся сразу же. Хотя бы одного на боеготовности оставим, да? Неплохо. Так, отлично. Погнали, да? Это там еще один дрон где-то у нас гуляет. Еще где-то... Так, топорики можно уже выкидывать. На, это тебе. Неплохо влетело. И теперь можно кого-нибудь подрезать. Гранатометчик на боеготовности стоит, но пошли его зарежем. Ну и плюсом мы немножко будем здесь, хотя бы половинка укрытия, да? Неплохо. Так, дальше. Пошли, занимаем вот эту позицию. Повыше. Можно в целом вот сюда бацкнуть. 4-7, но это надо максималочку выбить. Что не очень хорошо. А гранатка долетит? А, не факт, что на них подействует. Давай пока оставим тебя. Он снайпер кого-то видит. Огонь. Ничего так. Ничего так. Проходим. Давай, ты сюда. У тебя свободная перезарядка. Так, ты бежишь. Ты бежишь. Сюда. Вскрывать будешь на следующий ход. Да, блин, не сюда. Хотел не сюда. Хотел не сюда. Так, давай-ка, наверное... Флешку, все равно мы его с выстрела не убьем, поэтому она на него не подействовала, да? Беспонтово. Так, и еще один дрон. Ну, этого можно сейчас зарезать будет. Неплохо. Так, отсюда мы его будем фланговать, правильно? Правильно, okay. Пошли. Так, забираем два контейнера. Снайпер. Снайпер прячется за взрывоопасной бочкой.
Взламываем. Новый повстанец. Неплохо. Так. Прокачка потихоньку идет, да? Так, здесь куда? Надо будет встречать подкрепление, поэтому, наверное, сейчас будем все дружно куда-то на крышу залазить. И с верхотуры будем их встречать. Не видно никого, да? Жаль. Жаль. 11. Можно, конечно, вот так пострелять. 83%. Блин, ну рисково. Очень рисково. Чё, ты сюда не можешь забежать, что ли? Блин, и стрелять-то некем. Я могу вот так вот резануть. В целом. Да? 8-13. Давай. Загнулся? Скрита ему приладили, да? Нормально. Так, ты сюда? Тоже будем поближе к крыше. А ты стоишь и ждешь дрона, который полетит глушить Гуталина. Давай. Ну, план был хорош. Да нет, нормальный план. Повышение. Молодца. Молодца. Так, есть. Сейчас уже подкрепление будет приходить, да? Так, с подкреплением надо будет разобраться. Соберем, нет? Да, соберем. Прекрасно. Офицера надо будет забрать, наверное. И вот этого жмура надо будет забрать. Так, эвакуация. Два хода, и это будет как раз с подкреплением, да, связанное. Так, ты бежишь поднимать пулеметчика, тогда надо сделать упор на то, чтобы побольше привезти всякого барахла на базу. Давай тебе мега тяжелый робот, мега тяжелый дрон, поперлись. Так, ты забираешь тогда вот этого. А где у нас еще есть? Так, снайпер, наверное. Снайпер. Забирает, наверное, вот этого дрона. Отлично. Так, здесь мы забираем. Дальше где-то еще. Смотри, повис. Бедняжка. Отсюда сможем его поднять, нет? Нет, не можем. Где-то мы его здесь, по-моему, убили, да? Ну давай, вот сюда залезем. Так, отлично. А ты этого не можешь поднять, почему? Мы же здесь его убили. Какого черта? Так, ты на зону эвакуации заходишь. Отлично, так, здесь этого поднимаем. Почесали. Так, ты пулемет поднимаешь. Гуталин. Давай, тоже на эвакуацию. Ты тоже на эвакуацию. Этого почему я не могу поднять, засранца? Какой-то неподнимаемый, да?
Так, вот этого я могу поднять, но тогда мы сделаем по-другому. Вот отсюда я смогу командира поднять? Не смогу. Блин. Командира так-то надо бы. Командиры у нас задорого продаются. Пошли. А ты тогда вот сюда. И на следующий ход ты его поднимаешь и фью, на эвакуацию сразу же, да? Да, так этот стоит. Так, эвакуация пришла. Отлично. Так, все, можно валить. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты здесь поднимаешь. Давай, 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 давай. Пошустрее. Что за... И валишь отсюда. Все. Уходим. Молодцы. Все загрузились. Хорошо постреляли. Никого не ранили. Прекрасно. Отваливаем. Плюсом мы еще взяли небольшой объем чего-то там, а то ли разведданных, то ли кого, и одного жмурика, работягу в сопротивление. В целом неплохо. Персонал сопротивления увеличили между делом на одного человечка, которого надо будет сейчас сразу же отправить на разведданные, например, чтобы длительность миссии проникновения, ну, в общем, чтобы проникновение побольше можно было делать, чтобы как можно раньше они обнаруживали эти миссии. Давай. Вот интересная игра, да? В прошлый раз 80-90% мазали, а тут подряд два раза в 43. Два новичка у нас ходили и прокачались. По одному заданию выполнили. Этот Мишаня у нас никого не убил, зато палач у нас двоих прикончил. Нормально. ПБМ плюс 6 взлома. Неплохо так-то. Ну, приклад такой себе. Протокол замедления и приклад. Вот это все можно продать будет. Плюсом 7 контейнеров. Ну, по сути, 35 монет, да? Ну и привезли с собой, смотри. Два дрона, два солдатика, 10 разведданных. Ну и плюсом у нас где-то... О, боец какой-то, смотри. Поехали. Ну и плюсом у нас там какой-то боец. Боец. Прибыл. Давай тебя на поиск рекрутов, что ли, поставим. Рейнджер. Ранее Исра. Ну, неплохо. Можно будет переименовать, да? Переименовать. Ну, давайте, наверное, с бойцами посмотрим. Так, здесь у нас... Ну, вот это вот вообще отстой. Броня просто отстой. 9 и 10. Минус 9, минус 10. Здесь с меткостью полный порядок. Ну, мы, наверное, при прокачке. Давай тебя сделаем пулеметчиком. И при прокачке еще навалим немножко брони ему. Так что где-нибудь здесь обилочки-то будут у него там, да, какие-то. Поэтому... Хотя, с другой стороны, персональные боевые модули... Давай вот плюс 5 защиты тебе. Немножко компенсируем. Осталось минус 4. Ну, может быть, еще какими-то там броньками, да? Можно будет выправить. Так, а из тебя мы сделаем... Наверное, мы из тебя сделаем... Кого мы из тебя сделаем? Гранатометчика, наверное. Гранатомет у меня только один. Давай, вот второго гранатометчика. И в целом
Получается так, а больше на броню у меня ничего нету, да? Ну давай тебе уклонение, чтоб поменьше по тебе стреляли. Так, в целом, неплохо. Плюсом мы еще получили одного рейнджера. Давай, сразу же прокачаем. Верный выстрел иногда решает, да? Копеечки вот эти вот добивать. Возьму. Всегда на чеку тоже хорошая. Подствольный магазин тоже неплохая. Пристрелка. Плюс 10 к меткости, плюс 10 к вероятности. Вот это вот супер абилка для рейнджера, по сути. Второй выстрел всегда повышенная меткость, да? И повышенный крит. Но с другой стороны, вот из-за бреза шатать врагов, прям такое милое дело. Мутона в тот раз, помните, на миссии мутона прям расхреначили, когда Виолетта еще утаскивала подранка нашего. У нас рейнджер подбежал из обреза в лицо мутону. Там хороший урон идет. Ну, ситуативно тоже, да? Так же, как вот огневая поддержка, тоже ситуативная. Давай пристрелка возьмем. Агрессия на криты. Точно в цель. И абсолютное спокойствие. Ну давай, наверное, на урон все-таки, да? Меткость и урон у нас будет. Как-то вот так. И тебе что можно взять? Воля? Ну, воля для психов оставим. Взлом для хакеров. А хакер у нас, кстати, эфиоп. А, у тебя продвинутый взлом, плюс 12 взлома, да, стоит? Так, мне нужен еще специалист. Вот, Мицкевич у нас есть специалист. Давай тебе 6 взлома засунем. Вот так вот, да? Ну, неплохо. В целом, более-менее разобрались. Так, с этим мы порешали. Может быть, на рынок мотанем? Материалов 3 рубля осталось. Надо что-то продавать. Да надо все продавать. Дуговой клинок, гремлин, лазерная броня хищника. Почему броня хищника одна свободная? Я чуть не понял. Еще броня хищника. Почему вы сняли броньку? Все. Ребятки, почему вы сняли броньку? Да давай контейнер, наверное, все продадим. Один вот оставлю, чтобы меня Тайган не запаривал после миссии, что у нас появился контейнер, да? Кэш данных, труп солдата. Ну давай тоже всех, наверное, продадим. Для чего нужны? Усиленные бронеплиты? Ну, блин. Ну, блин, даже не знаю. Усиленные бронеплиты. Ну, давай 5 штучек оставим. Труп офицера. Черепной бур. Ну, штуки 3 их оставим. Сектоиды на что идут? Ментальный щит, нейрохлыст, патроны, коготь. Ну, блин, наверное, один патрон коготь нам сделать в дробашике, да? И этого будет достаточно. Ультраконцентрация, лазерная винтовка, инопланетный контейнер, жидкая взрывчатка. Так, что еще есть? Труп вайпера, берсерка, обломки дрона. Еще дуговой клинок. Автозаряжение, даже не знаю. Ну, пока что оставлю. Увеличит урон гремлина на 1. И, соответственно, по роботам на 2 единицы будет больше урона. Прикольно. Модифицированный лазерный прицел, усиленный заряд. Продам. Передовой прицел с глаз. Тоже ситуативная штука, продам. Глушители,
все продаю. Ну, это простые глушители, да? Прицелы, пожалуй, пока оставлю. Это продаем, чтобы все равно не буду пользоваться. Это продаем. Это продаем. Лазерный прицел продаем. Улучшенное вибролезвие продаем. Приклад обычный продаем. Протокол замедления продаем. И в целом все. 249 материала. Неплохо. Так, и плюсом мне говорят, что зря ученого не покупаю, но... Блин. Ну давай возьмем. Мне говорят на 15%, на 11, ребят. Вы были неправы, на 11. Ну-ка, ну давай посмотрим. 3 дня. Минус 10% время исследований. Как было 3 дня, так и есть. 51 материал остался, да? Ну вот хочется, вот магнитное оружие надо бы исследовать. Но у меня на магнитном оружии было, по-моему, 14 дней, да? На магнитном оружии, по-моему, было 14 дней, если я все правильно помню. Ну ладно, с этим разобрались, к следующей серии я переименую, может быть, пластическую операцию проведем по смене пола. Ну, в общем, чего-нибудь сделаем вот с этим рейнджером. И на этом все, ребят. Увидимся с вами в следующем видео. С вами был Серега, всем счастливо, всем пока-пока.